Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем игру зомби-война. Ну что же, давайте выберем какую-нибудь миссию. Испытание 3, невозможно. Блин, я ее не пройду, это однозначно. Так, а здесь у нас что? Может быть, вот эту попробовать? Надо уже как-то проходить эти испытания, которые невозможно пройти якобы. Ну что, здесь пока все тихо и спокойно, да? Никто не бежит. Но, наверное, сейчас рванут. Бегуны нет? Слушайте, никого нет почему-то. Хм, странно. Ладно, тогда мы подкопим побольше храбрости. И начнем. Ну что, Оу, бегут, блин, давай, строитель. Черт подери, дождался. Блин. Ладно, этих мы разнесли. Ну, я думаю, что сейчас еще пойдет волна. И тогда нас, наверное, загасят здесь. Так, давайте этот агрегатик поставим. Вот так, отлично. Ё-моё, вот крепкий зомби в огнеупорном костюме. Замечательно просто. Ладно, посмотрим, что это за ребята. Короче, огонь их не берет. Ну а как они, интересно, в рукопашке? Ядрите вон их, бегуны. Ну, давай-то перехватывайте их, елки-палки. Да хорош, да в самом деле-то. Вот упыри, а. Блин, разбомбили меня автобус, гады. Да. Нежданчик, конечно, был. Для меня, по крайней мере. Блин, миссия 30, невозможно. Давайте. Помните, да? Это, ребята, у нас чувачок, который бьет вот так своей херней и наносит повреждения абсолютно всем. Что моим, что своим. Ну, бей давай своим крюком, чё ты стоишь-то, тупишь? Блин, вот все-таки вынуждает меня на раз, всех просто на раз. Черт подери, у него, как вы помните, защита от огнестрела. Так что Шарлотта, я думаю, здесь много не повоюет у меня. Ё-моё, еще и этот встал. Ну и как же мне его бить? Да хорош, но сам... ну это уже другой разговор. Блин, ну он мне автобус кромсает, ребят. Мне надо как можно быстрее. Так, давайте эту, наверное, штуку поставим. Ё-моё, блин, да он все сносит на раз. Даже мой агрегат сломал, а. Ну-ка, в ближнем бою как? Слушайте, ну, в принципе, можно. Можно его победить. Единственный плюс, что он своих убивает. А здесь, я так понимаю, будут одни бегуны, да? Сейчас мы еще раз посмотрим. Да, здесь у нас одни бегунцы. Да ты заколебал, ну в самом деле. Придется вот так вызвать Марины постоянно, чтобы он его накумаривал. Да, так он, конечно, не блещет. Ну! Вот так, хорошо, замечательно. Ну что, осталось его только добить. Я надеюсь, у меня резчик сейчас по-быренькому там натворит дело. Да хорош, ну в самом деле, это уже специально все сделано, а. Ну, бей! Ёлки-палки, даже чопера сюда валит. Блин, я не знаю, агрегат смысла нет ставить. Он сейчас звезданет. Ну, чё ты стоишь, бей. Нормуль. Так, давайте тогда. Наверное, мы... Блин, и того, может быть, из пулемета вообще его загасить, а, ребят? Ну, бей. Бегуны бегут, твои родные. Бей давай, блин. Ха-ха-ха. Динамо. Ну что, я надеюсь, сейчас мы успеем пробить. И пройдем. Отыдрить. Блин, Шарлотта, вот что ты тупишь-то? Ёлки-палки, блин, стоит она, а. Давай, ребята, пробивайте. Есть. Ух. Да, прошли. А почему 3 звезды? Мы же вроде повреждения получили.
А, здесь, оказывается, такая бонусная была миссия. Ну что же, это очень замечательно. Тогда давайте... Блин, испытание 2. Невозможно. Мы, наверное, здесь с вами ничего уже не сможем пройти. Если только посмотреть, что оно себе представляет. Так, жирно идет. Очень много зомби-строителей. Ну, в касках я имею в виду. И обычных зомбарей. Плюс еще полицейские. В общем, здесь нужно все. И огнестрельное оружие, и ближний бой. Ну и, естественно, мужик с резаком. Хотя, почему-то мне больше нравится, когда я ее называю девчонка. Что... Так, бегут, 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 сопляки. Все рванули. Черт побери, сейчас, наверное, расколбасят мне автобус. Ну! Отлично, пока выстояли. Ладно. Давайте вызывать строителей. Главное, чтобы вот в этого жирного бомбануть. Он там даст такого разлета своих кишков, что все подохнут рядом. Так, отлично. Ну! Нет, вот она вот... Надо ей стрелять обязательно в того, кого она не может пробить. На, получи, Чоппер, молодец. Ставим агрегат. И опять бегунцы. Ну! Ё-моё, ну давай, 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 давай. Нам главное постоять, ребята. Все, жирного нахлобучили. Надеюсь, резак успеет сделать свое дело. Но не тут-то было. Вы смотрите, это уже нарочно все сделано, чтобы только я не прошел. Так, ладно. Давайте, ребята. Ну что, у нас осталось тут только полицейских разбомбить, в принципе, и все. Давайте тогда мы еще одного строителя. Да, конечно. Слишком... Ох ты, малорик. Малорики, все пучком, пока под контролем. Ну, давайте пробивайте, ребята, хватит уже дурковать с этой баррикадой. Главное, чтобы бегунцы не убежали. Все, отлично, прошли. Ой, еще и бонус получили. Радио, оно нам пригодится. Главное, что прошли. Так, открывается дальше у нас карта. А, все, тут тупиковая. Да? Да, тупик. Ну что же, у нас на уровне 2 осталась только одна непройденная. Это первое испытание. Ну, естественно, тут еще 3 звезды не во всех локациях сделано. Давайте тогда перейдем на следующий. Так, что у нас тут на уровне 3? Так, 160 звезд надо. У нас нет столько. Так, с этим 50 невозможное. 48 невозможное. Испытание номер 2. Ну и что прикажете мне делать? Сюда не могу пройти. Ядрить его на корень. Ну, надо что-то пробовать. Блин, давайте тогда вообще перейдем на следующий уровень. 52, сложно. Хрен с ним. Надо как-то вообще продвигаться дальше. Чего мы там застопорились? Так, это у нас сопляки, если не ошибаюсь, в бронежилетах, да? Такие дурики. И кто на нас бежать будет? Пока тишина. Ага, блин. Вот только этих солдафонов мне не хватало. Ну, Марина, давай, блин. Да, пока он тут справится с ними. Хотя справился. Все. Гнилорукий вышел. Даже 2. В общем, как вы помните, в ближнем бою они достаточно сильные. Их надо или расстреливать, или поджигать. Другого варианта я пока не вижу. Ну, главное, генератор я успел поставить. Теперь будем ждать, когда он нам будет вырабатывать храбрость. И уже строить юнитов. Ай, ё-моё, бегуны, блин. Тут от обычных-то зомбарей бегунов, блин, тяжело справиться. А тут еще эти упыри. Эх, проиграл.
Потому что этот толстый, блин, он слишком медлительный. Да, у него атака, я не спорю, сильная, он сам по себе живучий. Но медлительный до чего? Это просто ужас, блин. Че, у нас осталось... А, у нас еще на первом уровне здесь, оказывается, испытание 3. Давайте тогда попробуем пройти его. Я думал, что мы тут все прошли. Нет, как бы не так. Ё-моё, псы! Слушайте, по-моему, здесь не получится у меня ничего. Сейчас он будет вызывать этих собак постоянно, и мы будем проигрывать. Да, так и получится, ребят. Хотя, нет. Нет, не слишком дофига. Да хорош, блин! Псарня, а! И эти все ближе и ближе. Куча, просто тьма эти. Кстати, вот эти вот трупаки... Давайте пулемет нафиг. Ну, кроши их тут всех. Отлично, хотя бы так. Так, собаки, ладно, фиг с ними. Сейчас мы их быстренько тут раскумарим. Да, раскумарили, блин. Генератор. Ну, давай, давай, генератор, быстрее мне это... Делай, блин, храбрость. Ё-мо, нет, тут без конца эти псарни будут бегать. Вряд ли что получится. Хотя вроде бы справляемся потихонечку, ребят, потихонечку идем. Просто месим. Сейчас эти будут свое электричество вырабатывать. Уже плохо. Так, ну что, давайте резака вызывать. Ай-яй-яй-яй. Блин, ну какого хрена он прыгнул, а, на него? Эх, резак не добежал. А откатка у него, как знаете, просто офигенная. Ладно, попробуем тогда своими силами пройти, да? Главное вот этого шокера грохнуть. Опять псарня. Так, 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 тихо, тихо, не пробегайте мимо. Все, давайте, ребята, бомбим, бомбим эту баррикаду хренову. Ай-яй-яй, давай, давай, давай. Ну, есть. Вау, ребята, ух ты, еще и бонус в виде таблеток. Да, фиг с ним, что мы прошли с двумя звездами. Но зато на первой карте у меня пройдены все локации. Ну, уровень дадите? Мы получили, ребята, новый уровень. Так, можно выбрать другой уровень или закончить этот. Это как понимать? Ну, я не знаю. Давайте, блядь, продолжить. Давайте выбрать, наверное. Или продолжить. Нет, да, надо выбирать. Я не пойму, правда, что выбирать здесь. Можно выбрать другой уровень или закончить этот. Выбираем, короче, я не знаю, что это мне даст. Так, и... А суть-то в чем была? Я что-то не врубился. Пипец какой-то, блин. Да... Выбрать другую... Закончить этот, главное, или перейти? Ничего не поменялось. Ясно. Ну, зато здесь у нас пройдено все. Кроме вот этого и нижней. Так, тут пока ничего нету. Что мы можем сделать? Так, генератор. Может его улучшить? Давайте-ка, наверное, улучшим. Так, следующее улучшение 112 монет. Ну, у меня, как видите, 109 всего. Так что продолжаем. А что у нас здесь-то? Ага, здесь у нас только одна непройденная. Ну, может быть, только если звезды подкопить. Получится с тремя звездами пройти или нет, а, ребят, как думаете? А, если здесь сейчас бегуны или псы, то вариантов нету. Да, здесь собаки. Не пройдем. При любом желании уже не пройдем. Вот как с ними воевать, с этими псарнями? Я не понимаю, у меня нет настолько скоростных воин, юнитов, которые могли бы выбежать и сразу их перехватывать и убивать как-то на бегу. Жесть какую-то придумали, блин.
Так, ладно, пока. Пока вроде неплохо. Опять псами. Ну давай, 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 Марина, тесни их. Отлично. Генератор поставили. Ну что, мы смотри, как пробиваемся среди толпы. Вау. Просто нахрапом. Шарлотта прикрывает. Марина тоже молодцы. В принципе, довольно неплохо сработано. Храбрость. Кого бы в подмогу, да? Давай так сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, бейте, 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 бейте. Блин, так радуюсь, как будто с тремя звездами прошел. На самом деле, нифига. Как было раньше, так и осталось. Ну. Ладно, хотя бы 10 монеточек получили. Давайте попробуем тогда вот это вот. Испытание номер один. Слушайте, ну здесь, если я не ошибаюсь, тоже на нас кто-то сейчас должен бежать. Или бегуны, или псы. Да? Пока тишина. Работяга у меня уже готов, строитель. Блин, вызвать, не вызвать. Может, Шарлотту, а? Давайте так сделаем. Она, по крайней мере... А, ё-моё, точно. Бегунцы. Ну? Ну, хоть... Блин, этот еще шериф еле стреляет. Блин, как обосрался, на самом деле. Ладно, вроде отстояли. Ну, если сейчас следующая партия побежит, естественно, мы не пройдем, потому что они тут сейчас все колбасят. Гады. Была бы какая-нибудь здесь, знаете, еще, ребята, мина. Да? Устанавливаешь минку, они бегут. Ну, и, естественно, стоила бы она там, например, две этих, как это называется-то, ярости. Устанавливаешь, эти псы бегут или бегуны там своим отрядом. И просто вот, и просто на этой мине бы все взрывались. Ну, как вот сейчас, вот, смотрите. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Ну, этих-то уродов так кто-нибудь будет? Понятно, короче. Стоит, она там строчит. Короче, невозможно проходить там. Просто тебя постоянно колбасят. Ладно, давайте поменяем тогда уровень. У нас два бензина осталось. Блин, это один бой. Так, сюда я не пойду. Что у нас тут? Нет, тоже не хочу. Блин, а этот? Вот, давайте 48-й. Попробуем здесь. И нас встречает токсический зомбарь. Хорошо. Я... Ага, и здесь бегуны. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вы успокойтесь или нет? Давай, 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 Марина, бомби. Бомби этого толстяка, блин, пинками там, лопатой ему по хребту. Отодвигает его. Он даже ничего сделать не может, блин. Оу, тихо, это-то еще откуда? Чудики выбежали, блин. Давай, давай, Шарлотта, бомби его побыстрее. Чтобы он взорвался там, вдалеке, а не возле тебя. Иначе ты заразишься и погибнешь. Так, нормуль. Вот жалко мне, конечно, вызывать строителя под это дело. Потому что он сейчас попадет под раздачу. Ну, вы понимаете, да, что будет? Он сейчас... Хотя он сам себя сейчас грохнет. Все, отравился. Готов. И сейчас встанет этот зомби, да? Новенький, свеженький, блин, в каске. Слушайте, пока у нас есть окно, надо это, бежать. Как сказать? К баррикадам. И пробивать их. Давай, давай, резак. Оу, тихо, тихо. Ну, не подведи. Слушайте, смотрите. Резак-то работает. Есть! Ребята, мы прошли. Да к тому же 100%. Все три звезды. Вот это я понимаю. Ну что же, ребят, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока. Бензина нету.